Привет всем, привет стримаши, титаны прогресса. Это исследователь, давайте поисследуем площадку детскую. Она была вполне нормальная. На всех ремонтах дорог и площадок сейчас просто деньги воруют. Я, как я понимаю, вот эта площадочка. Видите, она совершенно пустая. Качели две штуки. Еще качели другого типа, где два человека качаются. Песочница и две качельки, мотоцикл и ромашка. Здесь до этого было примерно то же самое. То есть реконструкцию это можно было и не делать, просто добавить, может, какие-то элементы, починить. Но для этого тогда бы меньше денег пришлось бы снимать, ведь если какую-то качельку починить. Поэтому они еще и песок здесь, по-моему, меняли. Я вполне нормальный был песок, я помню. Здесь я ходил. Ну вот так вот делают они. Никто к ним особо не подкопается. На самом деле здесь никакой реконструкции не было. Такая вот площадочка пустоватая по мне. Здесь написаны правила поведения. Сейчас попробую. Да ладно, я вам просто прочитаю. Просто прочитаю. На сопровождение взрослых, убедиться в безопасности, три качалки, песочница, качели. Ага, для детей звонить 03 01 02. По-моему, же сделали единую. Разве работают вот эти номера? Что-то казалось, они не работают вообще. Так. Запрещается взрослым лезть, мусорить, курить. Спиртные напитки. Выгуливать домашних животных. Использовать не по назначению. Вот такая площадочка. Пустоватая, конечно. Скамеек нет. Тут еще, по-моему, скамейки было. Пара скамеек. Скамейки убрали. Где сидеть родителям? Песок. Ну, он и есть, как я смотрю. Ну, на этом все. Государство только грабит вас. И деньги ворует, и убивает. Поэтому реформировать его смысла нету. Просто его закрываем. Цепь закрыли пленочкой. Надо же. Прогресс. Офигеть. Всем пока.